Здравствуйте, зрители и подписчики нашего канала. Компания Прогресс Авто. Приветствуем вас на обзоре мини-трактора Исеки ТУ-145. Полный привод, очень компактненький размер, при этом большое количество места, скажем так, в кабине на месте водителя. Шины. Есть мелкие-мелкие, прямо небольшие растрескивания. В остальном по протектору все отлично, соответственно, шина это будет ездить долго, беспокоить вас ни в коем случае не будет. Шина задняя, остаток также огромный. К счастью, растрескивания и прочих вещей нет. Соответственно, здесь все максимально хорошо. Двухточное навесное устройство. Естественно, можно переделать на трехточку. 1,20 м фреза у нас здесь. С упорными колесами. Состояние ножей, посмотрите. Ножи практически как новые, с очень хорошим остатком. Расчесочка у нас вот такая на фрезе здесь. Прикреплена, кстати, достаточно далеко. При транспортировке, я думаю, что нужно будет ее, конечно, отцеплять. Иначе объему она добавит не кисло, но отцепим, если нужно будет куда-то отправить, аккуратненько положим рядом. По правой стороне шины аналогичны левой, соответственно, задняя вообще без замечаний по размерам, остатка как новая. Передняя также, остаток очень хороший, но чуть-чуть подрассохла, к сожалению. Ну, видно, я думаю, что здесь совсем-совсем прямо меньше миллиметра трещинки, никакой роли они не сыграют. 163 моточаса наработки, ну отсюда, соответственно, и остаток шин. Родное сиденье, если кому-то это важно. Регулировка положения фрезы, автозаглубления, пониженный и повышенный ряд. И, соответственно, основная коробка переключения передач. Нужно выключить, потому что сейчас будем с вами запускать, и все это дело поедет само. Отключаемый полный привод, вал отбора мощности, 3 передачи, блокировка заднего моста, ручничок. Все это здесь. Давайте будем аккуратненько запускать тракторок и смотреть, как он работает. Собственно, весь запуск. Кстати, достаточно мягко трактор работает. Вообще без каких-либо вопросов. Есть на наборе оборотов именно поддымливание, но когда обороты он набрал, он стоит, то есть, ну, это стандартная история для тракторов, когда нажимаешь газ резко, то они чуть-чуть подбогачивают смесь, ну и, соответственно, насчет этого обороты и набирают. Сидеть здесь достаточно удобно, места много для ног. Соответственно, спокойненько можно сидеть. Гидросиликоновля здесь, к сожалению, нет. Но я думаю, что и без этого он спокойненько может функционировать. Собственно, такой тракторец. Все четко включается. Сейчас будем разворачиваться. При этом все это можно делать, видите, без гидроусилителя, но одной рукой легко и просто. Одной рукой снимаю, второй кручу руль. Все это хорошо, конечно же, функционирует. Соответственно, без проблем это можно делать также и в любых других условиях. Собственно, ждем вас у нас. Компания Прогресс Авто. Всего доброго.